Всем доброе утро. У нас начинаются тренировки. Последний тренировочный день. Завтра квалификация. Сейчас он проверяет трассу на состояние льда. Пока скользко, потому что каждую ночь заливает заново. И трасса снова становится скользкой. Едем тренироваться. Что, тренировки на сегодня закончены. По машине все хорошо, все нормально едет. По мне не все хорошо. Вот, но вроде под конец тренировки я понял, что нужно делать. Все нюансы тоже вроде учтены. Сейчас ставим резину для квалификации. И все, завтра готовы на квалификацию. Сейчас пойдем регистрироваться в штаб. И на сегодня день гоночный окончен.